на концерт, так что я между песнями много разговариваю. А мы порой так дадим копоти, что хочется перевести дух. А пока что-то там трепишься, как раз таки отдыхаешь. Так, где эта штука? Еще холодненькая. Поехали по списку тогда, да? Девица. Давай девица сыграем. Поехали. Следующая песня называется «Девица». Да? Сейчас. Регистрация готова. У нас главное здесь. Меня это больше не такое. Тут качество не такое. Ага. Ну что? А ты же за так вступаешь, по-моему. Да. Или как? Д. По-моему, ты. Давай. Ты не знаешь? Поехали. А вот. Да, сейчас ты. Дальше тогда сыграем песню, которая называется «Ведьма». Я помню, когда я кидала ведьму какую-то, а ты мне раз такой, и в ответочку свою ведьму. Мне бы понравилось больше. Феликс. Неоднозначно прозвучало. Привет. Пока я вот эту штуку себе под ногу поставлю. Давай. Бум. Ту-ту-ту-ту. Так. А ну, Хел, попробуй, слышно тебя? Сейчас слышно. Ну попробуй. Чуть-чуть добавить надо, потому что сейчас будем лупить. Вроде и так добавил на максимум. Поближе к микрофону. Лучше ну, как у тебя, как сейчас есть вариант отклоняться, прислоняться. Поехали. Сейчас сам начну туда, да? Ну, ты всегда сам начинаешь. Ну, хорошо.
темнело окно, пылилось у печки ее помело. А сверху на печке, не зная хлопот, свернувшись колечком, дремал черный кот. Я пел про любовь, я пел про любовь, она ждала боя старинных часов. Thank you.
вернется домой. Которая существует только в записи, которую мы когда-то с Феликсом делали. Называется... Как же называется? «Дай ветра». Сейчас попробую вспомнить. Первый тур, да? А? Ну да, я начну, наверное. Неожиданно. Не, он, по-моему, что, серьезно? Много есть песен, пришел... Я просто, объясню, как все происходит. Пришел кто-то в гости, давай поиграем, давай, и что-то получается. Записали на телефон, выложили ВКонтакт и забыли. Обычно вот так вот и происходит. Сейчас, секунду. Дай ми. Ми. Я буду на ходу вспоминать. Ты помнишь, что ты играл вообще? Да? А темп какой? Ага. Пушистый ветер, а с утра было чё-то озорное, чумовое, чё-то типа да опа, да тупо, да всё хорошо. Всё-всё на свете, всё-всё на свете. Птица свободна лишь в небе, ей ветра нет там, где влюбляются без любви. Дай, 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 дай ветра, у ветра дай крылья моим. Птица свободна лишь в небе, ей места нет там, где влюбляются без любви. Дай, 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 дай ветра, у ветра дай крылья моим. Сказала, все достало.
Мол, любви так мало, чтобы поверить хотя бы во что-то еще. Помимо смерти я с утра был о чем-то озорное, чума боя, чё-то типа да опа да тупо да все хорошо. Все-все на свете, все-все на свете. Птица свободна, лишь в небе ей места нет, там, где влюбляются без любви. Дай, 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 дай ветра, у ветру дай крылья моим. Птица свободна, лишь в небе ей места нет, там, где влюбляются без любви. Дай, 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 дай ветра, у ветру дай крылья моим. Где влюбляются без любви. Дай, 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 дай ветра, у ветру дай крылья моим. Птица свободна, лишь в небе ей места нет, там, где влюбляются без любви. Дай, 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 дай ветра, у ветру дай крылья моим. Что-то типа такого. Ну, теперь надо сыграть что-то. Ребят, маленькое объявление. Мы сейчас в АТБ отправляемся. Если кому-то что-то нужно, поднимите, пожалуйста, руку. Не, серьезно. Можно, пожалуйста? Держи. Гоню, я дам книжку. Па-па-па-па-па-пум. А что сейчас играть? Хорошо. А сколько он? 80 с чем-то. Давай, давай, потому что у меня золотой. Тут дофига чего осталось. Мы по 40. Давай это. Йога сыграем. Я, да? Да. Погнали. Вы тебе золото, да? Следующая песня. Короче, тщетная попытка не материться. Погнали? Давай, а что, тут вместе, да? Раз, два, три. А, нет. Ин. Что происходит? А что делать? Подруга, товарищ и брат, пара-ба-па-па.
загремели наши пушки. Большинство наших эстрадных так называемых звезд это спорно звезды. Ну да. Спористые. Так. Спорами размножаются. Да, вот это да, вот это тоже. Спорно. Смотрели с женой. Не, ну пойми правильно. Короче, программу юмористическую. Там чувак рассказывал. Они, девушка с Беларуси рассказывала. А знаете, почему не снимают белорусское порно? Ну, как можно снимать порно в стране, где есть в языке слова «цицька» и «пыцька»? Если так живо это представил, просто там, белорусское порно без перевода. А пробовал смотреть? А? Пробовал смотреть. Так не снимаешь. Так а что такое белорусское? Давай возьмем казахское. Ну, наверное, прикольно. Да. Что, полез смотреть? Это мне интересно. Углеть. А давай сыграем этот с яичком беду. С яичком беду? Да. А яичко потом здесь? Чехол. Пашка сзади, яичко сзади. Там у Паши куча есть всяких этих яичек. У него даже не дорогой. Не, ну в чехле в верхнем кармане есть. Так, а где чехол? Не знаю. Вот это раз. Так. Наверное, здесь. Ой. Оно, по-моему, треснуто. Ты смотри, чтобы оно у тебя не развалилось в руке. Да ничего страшного. Ну давай попробуем. Соберем. Изоленту принести. Соли. Поехали. Болеть. Слушай, мне не треснуто. Мне ж ведро сочувствия, мне ж держать удар. Я ведь на анализы, я же экземпляр. Личности у меня в башке вышат за советован, хоть ты волком бой. Психоаналитики держатся со мной. Ой.
что ед никогда. Ой, беда со мною, ой, беда. Ой, беда со мною, ой, беда. Беодой. Беодой. Да что, прикольно, я же знал, что Феликс раздавится. Он говорит, я буду играть только то, что пробовал. Грехня. Давай Валентину сыграем. Давай. Короче, следующая песня называется «Проститутка Валентина». Поехали. Наверное, я сам начну. Попробую вспомнить тему. Ну, попробуй. Давай, а выйду, ты пройдешь, а я зайду. Сейчас, поставь на место. По-моему, так. Плачет, как ребенок. Он ловит кайф на полоске. Он этот кайф питал с миллион, да. Искраненные мужчины проживают жизнь монотом. Проститутка Валентина не смеется по субботам. Послал себя в себе, послал себя куда подальше. Он держит жизнь в своей руке, по морю жизни волны фальши. Небеса его не вины, по земле гуляет, кто там проститутка Валентина, не смеется по